Здравствуйте, это я. Сегодня решил продать свою 56-ю Вегу от Gigabyte. Вот эта карточка. Когда-то ее поменял на несколько карт 560 и немножко доплатил. Ну а сегодня выложил ее на Авито за 19 тысяч рублей. Недолго ждал, покупатель уже едет. Да, немножко грустно, это довольно неплохая карта. Холодная, производительная. Выдавала у меня 49 мегахэш на эфире. Но за такие деньги я без проблем ее отдаю. Деньги пойдут в дело. Из майнинга я потихоньку все-таки выхожу. Продаю карточки 4-гиговые. 8-гиговые, наверное, тоже буду продавать. Ну, не вижу смысла оставаться, пока есть хайп. Сейчас провожу тест. Покупатель скоро приедет. Надеюсь, заберет без проблем. Ну все, карта продана. И причем вместе с блоком сразу. У меня тут Аэрокул был на 675 ватт. Наверное. Аэрокул, сами понимаете. Все, деньги получены. Сейчас пойду их тратить. Предыдущее видео про Вегу снимал 2 недели назад. Сейчас продаю 1060. Вот такие мысайки. У меня их 2 штучки. Они все равно уже не актуальны в майнинге. Лежат у меня, скорее всего, не меньше 2 месяцев. После того, как я купил 470-е, они заняли их место. Смысла в них мало, дают они меньше 470-х в 2 раза. На вырученные деньги поеду в отпуск, пожалуй. Все-таки стараюсь избавляться от карт на хайпе. Смысла сейчас повторно заходить в майнинг вообще не вижу, тем более с такими ценами. 5000-я серия AMD проходит мимо меня. Зеленая тоже смысла брать не вижу. Потом пока подожду, посмотрю. Может быть, вообще буду медленно выходить из майнинга. Ну, кто-то, как видите, покупает, кто-то, как видите, продает. Не забываем главный принцип барыги. Продавать надо тогда, когда все покупают, а покупать, когда все продают. Всем удачи в майнинге, кто еще майнит. Пока.